Сегодня очередной раз социальный отдел храма Рождества Христова отправляет благотворительную помощь в Архангельский храм станицы Архангельской. Это же квартальная помощь станичникам, одеждой, обувью и детскими принадлежностями. Радостно встречается прихожанами местного храма, социальным отделом станичной администрации, который распределяет нуждающихся многодетным и инвалидам. Нашему социальному отделу при храме уже 15 лет. Он открыт для наших прихожан и малоимущих города. Мы сотрудничаем с многими храмами края и стараемся всем оказывать посильную помощь. 25 сентября 2020 года в нашем храме очередное поступление порции гуманитарной помощи из нашего храма-побратима Рождества Христова. Вот здесь так поступила гуманитарная помощь, вот так она сложена. На этих столах она будет распределена, разделена и предназначена всем нуждающимся в нашем храме. Спасибо всем, до новых встреч, друзья!